Как маленькие запорожцы Киев покоряли. На телевизионном проекте талант-шоу «Зирка Фест» выступил образцовый детский хореографический ансамбль «Казачата». Вместе с юными моторовцами в столице Украины побывала и наша съемочная группа. Более 1000 участников художественной самодеятельности из 14 регионов Украины прибыли в Киев, чтобы прославиться не только у себя на родине, но еще в 105 странах, в которых предполагается трансляция всех конкурсных номеров телепроекта «Зирка Фест». Перед выступлением наши казачата, а также их руководители Виктория Вутман и Игорь Семперович заметно волновались. Первое, что бросается в глаза, это большое количество детей. То есть есть с кем бороться, есть кому показать себя. Это немаловажно, но я уверен, в своих детях мы и готовим к этому. Так что они, каждый из них сложившийся артист. Это я гордо могу сказать. Ну а им удачи, будем переживать. Второй международный звездный фестиваль под девизом «Створю свое майбутня зараз» проходил в торжественном колонном зале Киевской городской администрации. Репетировать и переодеваться ребятам приходилось тут же. Однако казачата не стушевались и выступили блестяще. На суд зрителей они представили три танца – гопак, тропотянку и джуры. Строгому жюри запорожский танцевальный коллектив очень понравился. И я очень рада, что из города Казацкой Славы к нам приехал такой коллектив и участвует в нашем таком международном телевизионном проекте. Девиз нашего фестиваля – «Создавай свое будущее сейчас». То есть не вчера, не завтра. Мы сегодня должны думать о будущем. И такие, как ваши коллективы, дают надежду всей Украине, что наша молодежь, наши дети вырастут и станут настоящими патриотами. Дуже дякую керівництву «Мотор Січі» за те, що вони дозволили дітям приїхати на цей фестиваль, побачити Київ, по-перше, відчути атмосферу такого фестивалю гарно, бо тут дуже багато дітей, багато номерів, які вони самі розвиваються, дивляться на це все. По словам председателя жюри фестиваля, хранителя украинской культуры в Соединенных Штатах Америки Алекса Гудмахера, образцовый детский хореографический ансамбль «Казачата» из Запорожья произвел на него прекрасное впечатление, потому что казачьей столице Украины он испытывает особые чувства. У вас чудовое место, украинское место, Запорожье, казацкое место. И вот эти казачата, что сегодня приехали, они чудово станцевали, они передали дух того козацтва, того українства. І мені було дуже приємно, що на терені саме Запоріжжя такий чудовий творчий колектив. Получив свой приз и подарки, казачата отправились на экскурсию по славному городу Киеву. Они посетили Майдан Незалежности, погуляли по Крещатику, полюбовались золотыми куполами древних храмов. Также ребята побывали в дельфинарии, потанцевали с веселыми мимами и посмотрели цирковое представление. Все это произошло благодаря финансовой поддержке предприятия «Мотор Січ». Огромное спасибо прежде всего руководству нашего предприятия, акционерного общества «Мотор Січ» и лично Вячеславу Александровичу Богуслаеву, который дает нам такую волшебную, невозможную возможность побывать вот на таких фестивалях, вдохновиться, чтобы дальше радовать своего моторовского зрителя как бы во славу хореографического искусства и нашего предприятия. Более подробно о столичном выступлении одного из лучших детских танцевальных ансамблей в Украине «Казачата» мы расскажем в программе «Полет длиною в век», которая выйдет на телеканале «Алекс» 27 марта в пятницу в 21:00.